Итак, эпизод 5, ребята. Сердце тьмы. Практически уже финалочка. Отправляемся на крышу. Надо восстановить работу лифта. Единственная наша задача. Ну хорошо. Кто тут самый главный? За восстановление. Открывай нахер. В любом случае, мы сейчас воюем только с Альмой. С ее там, я не знаю, призраками и с отрядом. С отрядом Пакстона Феттела. Открывай. Let's go. Надо искать другой путь. Пока не ясно. Наверное, где-то есть какой-то комнате люк, который мне очень сильно нужен. Интересно. И что же ты от меня хочешь-то? Куда мне надо идти, чтобы мне добраться до нужной цели? Максимально 1500 килограммов. И на 6 человек рассчитан лифт. Блин, вроде миссия простая. Что-то смысл весь в том, что нужно найти какой-то люк или какую-то дверь. Это все. Здесь же все просто, оказывается, да? Но мы тут что-то ходим и пытаемся найти. Где-то что-то должно быть, по-любому. Ага. Не по глазам. Невнимательность — это главная проблема. Ну, у меня иногда. Когда я хочу быстро все что-то сделать, я невнимательно к этому иду. Я очень рад тебя видеть снова, дорогая моя. Придет время, мы с тобой очень плотно поговорим. Обо всех проблемах. Хобана! Свалился. Снова своих друзей позвала, да? На разговор. Чё их бояться? Открывай! Понятно. Ты что, душевая, что ли? Ё-моё. Какие вы красивые все. Ну да.
Душевые кабины у вас хорошие. Хотите пачку увидеть? Сейчас я вам ее покажу. Где-то, по-моему, с какого-то ящика должна показаться. Если я правильно помню. А, вот он, да. Опа! Привет. И ушел. Все. Куда-то меня Альма все ведет. Куда-то туда, куда нежелательно. Сейчас будет бассейн кровище. Что теперь? А, ну это вот дом. Правда? Для каких целей ты меня ждешь? Не расскажешь мне? Я вот как-то не очень хочу к тебе идти. Здесь, по-моему, будут все эти люди, которых мы когда-то видели на протяжении первой игры. В каждой вот этой комнате, вроде так, я помню. Да, это все те, кто были убиты. Почти у цели. Он жив, я только что поймал сигнал. Если ты меня слышишь, заберись повыше, вертолет уже здесь. Принято. Валим отсюда. Вернуться к лифту. Да. Наша основная задача — вернуться к лифту. Терминаторе музыка. Чем-то аж похоже. И сразу комната вся такая чистая, вообще ничего нету, ни крови, ничего абсолютно. Поехали.